Шановні колеги, я із задоволенням відкриваю чергове засідання прес-клубу незалежної медіа профспілки і спілки журналістів України. Мене звуть Юрій Руканов, я голова незалежної медіа профспілки. У нас сьогодні дуже цікавий гість, хоча ви знаєте, що у нас не цікавих гостей не буває. У нас не просто собі людина, у нас людина фест, Влад Троїцький. Давайте його щиро привітаємо. Читав недавно, що він закрився, якщо це правда, то це буде сумно, але Влад нам розкаже, можливо, про це. Також є такий етнопроєкт «Даха Браха», ну і багато чого іншого. Я от Влада сприймаю, сприймаю через своє таке суб'єктивне сприйняття, можна сказати. Я свого часу прожив в місті, яке на мій погляд, дуже схоже на Київ. Воно називається Монреаль, це канадське місто. І чим воно відрізнялося від Києва в той час, це було давно, в 93-му році, я там працював на радіо, значить, воно відрізнялося від Києва. Воно страшенно схоже на Київ, але воно відрізнялося від Києва тим, що там на той час регулярно відбувалися якісь джазові фестивалі, літературні фестивалі, театральні фестивалі, які проходили там буквально щотижня. І мені цього Києва явно бракувало. І ось 2007 року з'явився такий фестиваль, навіть монстр, я б сказав, як Гогольфест, на якому є і театр, і кіно, і література, і музика, і багато чого іншого. І от ми маємо честь, приємність бачити перед собою людину, яка цей фестиваль заснувала, Влада Троїцького. Я йому передаю слово, оскільки і хочу його попросити, щоб він розказав у нас 12 вересня, здається, 14-17 вересня відкривається черговий Гогольфест, який триватиме 9 днів. І, звичайно, питання про це, Влад, розкажіть, чим ви нас порадуєте цього разу. Забув. У нас є чарівна співведуча, я зазвичай веду сам, але просто зміна трохи формату, яка знає Влада набагато більше, вона його просто розкладе тут на складові своїми запитаннями. Він нічого, жодних секретів не зуміє так мовити приховати. І Інна Гончарова, яка є учасником проєкту «Спільнобачення». Отже, Влада, що ми чекаємо, що ми побачимо на наступному Гогольфесті? Розкажіть нам, будь ласка. З ким ви говорите? Ви з аудиторією, з аудиторією. Ну, много чего, да. Вопрос в какой-то степени изменения. Фестиваля в этом году, потому что долгие 4 раза до последнего это был фактически полностью подарок Жене Мухиной. У меня там еще художников, которые дарили город Украине свое искусство. Да. Это было достаточно такой самоотверженный сумасшедший поступок, потому что, как вы понимаете, вот. И у меня была на самом деле техническая мысль, что один раз провел успешно, второй раз провел успешно, третий раз провел успешно, потом, в принципе, город, страна, министерство, еще кто-то скажет, да, это наша баня, наше все, и начнет подпирать своим мускулистым государственным ключом эту такую частную инициативу. Но, как мне говорил один из замминистров культуры вечных, он сказал, посмотрите, официальной встрече, такой дипломатической, посмотрите, вот Влад Троицкий такой прекрасный, вот мы ему никогда ничего не даем, а он все делает. И поэтому, говорит, я этим горжусь, говорит. Я не знаю, чем он гордится, но тем не менее, это вот такое какое-то немножко странное поведение. Оно, конечно, обескуражено, потому что делать фестиваль в зоне подвига, чтобы понимали, что вот сейчас происходит. Да? Команда фестиваля – это люди очень небогатые. Я бы даже сказал, что у многих вообще физически нет денег, чтобы положить деньги на счет. Бюджет фестиваля на данный момент
15-20 человек, которые находятся в оргкомитете, сейчас делают это вообще на грани выживания физического. То есть они не едят, и ресурса нет. И это на самом деле сумасшествие. Это мой был импульс к сумасшедшему. Думаю, ну слушайте, раз все говорят, нужен Google Fest, вы говорите, нужен Google Fest. Замечательно. Нужен. Вот давайте его вместе сделаем. И главный лозунг этого года фестиваля. Друзья, присылайте Google Fest. Мне по постсоветской традиции украл кусок провода, да, и тащил, вырубил все село от электричества, да, и у себя там продал на металлолом и пробухал это за полдня. А все-таки попробую сделать то пространство, которое, не знаю, как вам, но мне просто катастрофически не хватает в Украине. Я когда возвращаюсь в Украину, мне здесь душно, мне здесь просто нет места, где я могу увидеть системно нормальных людей. Да, то есть это вот момент, когда ты хочешь прийти и не увидеть заплывшие от пивка возёрышки, да? Или неуниженное маргинальное сознание забитых наших интеллектуалов и на самом деле приличных людей. У нас все приличные люди постепенно сползают в зону маргинеза. Да? Ну, потому что не из-за того, что они маргинальны, а потому что к ним отношение социума и медиа маргинальное, да, то есть ты включаешь любую дырку, да, образно. Я сейчас чуть ухожу в сторону, но потом вернусь к Google Fest, не беспокойтесь. У меня образ медийный, что такое медиа в нашей жизни. Это примерно ты стоишь перед пятиметровой фекальной трубой, и оттуда вот это льется. А ты хочешь взять, попить водички, да, со стаканчиком воды. Ну, там, конечно, есть вода, но при этом есть вот это вот все, которое льется вот это вот, да. Хороший характеристик журналистики, да? Если вы возьмете любой новостной портал и проведете мониторинг человеческих новостей, и там кто-то убил, изнасиловал, украл, сбежал, и прочие такие радости из жизни политического нашего вам, да ты поймешь, что там герои, нормальные люди, учителя, врачи, настоящие художники без скандала, да, философы, ученые, их там просто нет, это как класс не существует. Это, вот поэтому я говорю, они маргинальны. Более того, они ближние, потому что так как нет уважения ни в социуме, ни в медиа к ним, кто такой учитель? Это униженное существо, которое в Киеве получает 3000 гривен по максимуму. Все знают, что 3000 гривен в Киеве, это такое, немножко жестко, с абсолютной такой подавляющей монополией директора, который также такой же раб, там сидит еще на всяких леваках, но у него там 6000 гривен или 7000 гривен, такой же униженный раб. И который все это район, да, это вот империя униженных, забитых людей, потом есть нормальные учителя, безусловно. Но есть вот эта вот постсоветская система рабства, с которой ты просто не понимаешь, как. То же самое, что медицина, если вы когда-нибудь приходили в больницу, вы понимаете, о чем я говорю. Есть герои врачи, есть герои учителя. Но система говорит, что, ребята, будьте уродами. Вот это вот апофеоз уродства. Поэтому Google Fest. Я почему говорю про Google Fest и говорю о том, что присутствует. Нам нужно делать свое пространство. Безусловно, Google Fest это не панацея, да, не скажем, заменим. Вот вся Украина в эти там 9-10 дней, да, концентрируется. Но, по крайней мере, сможем ли мы защитить, то есть присвоить, это значит понять, это твое пространство, ты его защищаешь тем ресурсом, который у тебя есть. Неважно это, профессиональный ресурс, как у журналистов, денежный ресурс, может быть, там и деньги нужны, потому что реально нужны там, взять ту же технику, еще чего-то, много чего-то.
организационные ресурсы, ну, там куча ресурсов, которые нужны. И это защитить эту территорию, прийти туда и попробовать создать те, такие проекты, которые бы жили дальше. Да? Не только они могли бы быть благодаря, к счастью, там, все равно социальному единому интересу к этому событию. Да? Можно как это, развернуть парус своего проекта, и чтобы тебя понесло дальше волшебное будущее. Вот это вот краткое содержание идеологической составляющей государства. Что конкретно? Вот если мы будем рассматривать, какую бы программу, какие у нас будут звезды, это потребительское отношение. Вы рассказываете, а чем вы нас развлечете? Мы развлечем вас. Но если вы будете как бы пассивно отходить, то это будет пассивная история. Это будет ничем не отличаться, там в следующем году у вас будет СИГИ, вы потратите 200 евро, если захочете, и получите натуральный остров и полувыработанный остров. Да? Ну, будет счастье. Будет вам счастье. Если вы все-таки подойдете к этому созидателю, еще раз, созидатель, тут я надеюсь, не, как это, не потребительское сознание, различить как-то, поразвлекайте нас. Я о программах потом отдельно расскажу, музыкальное, театральное, визуальное, это все будет. Да? Но главная составляющая идеи, художественная идея этого фестиваля,